Тайник находился на опушке леса в районе поселка Никольская Слобода. К осмотру были привлечены сотрудники группы специальных работ поисково-спасательной службы Брянской области. В схроне находились минометные мины калибра 50 мм немецкого производства. Боеприпасы не имели взрывателей, но все были заряжены взрывчатым веществом – тротилом. Всего из тайника сотрудниками группы спецработ изъято 41 мина с общей массой тротила более 5 килограммов. Группа спецработ по информации сотрудников ФСБ выехала поселку Никольская Слобода. В лесном массиве возле этого поселка были обнаружены боеприпасы во время Великой Отечественной войны. При обследовании выяснили, что это 50-миллиметровые мины, количество 41 штука. Так как транспортировать их было невозможно, было принято решение уничтожать на месте. Кто заложил тайник и с какой целью, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Управление ФСБ благодарно людям, неравнодушным к чужой судьбе, и напоминает телефон доверия, по которому граждане могут обращаться круглосуточно. 67 32 90. Александр Новиков при содействии пресс-службы ФСБ. События. Жуковский район.